Всем большой привет! А мы к вам с одуванчиками. Для этого у нас есть что? Как это называется, Наум? Щетка для мытья посуды. Но мы ее используем для всяких красивых рисовалок. Значит, мы намокали сюда белую краску и будем оставлять одуванчики. Давай, нажимай сильно. Вот такой одуванчик. Вот такой одуванчик. Давай еще. Вот такой одуванчик. А у одуванчиков еще есть ножки. Будем ножки рисовать одуванчиком? Давай возьмем с тобой пальчик, макнем красочку и нарисуем стебелек. Давай. Так. Давай еще макай. Сам. Ну давай сам. Так. Вот так, Наум. Молодец, нажимает. Да. Вот здесь, на свободном месте, вот здесь делай. Давай только макнем. Макну забыла. Тык-тык-тык-тык. Хорошо, сам. Давай. Ик. Открывай. Да. Вот такой одуванчик пушистый получился у Наума. Да? Да. Молодец. Теперь одуванчики вместе с папой. Одуванчики вместе с папой называются папуванчики. Ребенок даже икать начал. Вот такие одуваны здоровенные получаются. Да, здесь надо лепестки, эти стебельки. Да, стебельки пальчиком. И один одуванчик посередине. А здесь так рожицу и смайлик. А мне хрюшку напоминает с пяточком. Ик. Ну что, пальчиком будете стебелечки рисовать? Белые? Ну и что? У нас же... Искусство? А, это же надо не своим пальчиком. Ты забыл, что пальчики бывают и детские. Да, Наум? Стебелечки. Я еще взяла, думаю, может макнуть эту палочку. Надо еще макать, следок. У нас есть пальчик. Пальчиком можно сделать много разных вещей интересных. Ого. Нравится? Наум, тебе нравится? Да. Вот такие летающие одуванчики получились. Улетающие. Улетела. Дуй на них, дуй на одуванчик. Фукай. Дуй на одуванчик. Давай, видишь, давай, дуй. Давай, дуй. Покажи, папа, как ты дуешь на одуванчик. Всем хорошего дня. И пушистых мягких одуванчиков.